Ну. This is more than anyone can bear, but we will persevere. We're done running. This is our chance to take back our world. We're not going to lose it a second time. Приветствую всех, с вами снова FlameX, и мы сегодня в пространстве игры Half-Life 2. С последней серии затянул я очень сильно, и давно не было новой серии, я сам был в предвкушении, что же будет дальше и в какое дерьмо мы попадем, но мы встретили чувака, который реально, думаю, нам поможет. Ладно, погнали, не будет долгих разглагольств. Твою мать. Игра подлагивает сразу. Вот я заметил, как только они идут, игра сразу подлагивает. Да будет земля тебе пухом. А вы сможете его убить? Не, похоже, нет. Освободись, дитя! Да вообще насрать, похоже. А, у меня патроны кончаются быстро. Молодец, хорошо стреляешь. Так, погнали дальше. Я еще вот, кстати, если честно, не понял сюжета, как это все произошло. Ну, я, конечно, понимаю, что нам нужно выбраться и тут какая-то фигня происходит. Что такое? Все в голову. Блин. Мне сказали, кстати, в комментариях писали, что их можно ломиком. Блин, попадает козлы. Давайте попробуем ломом. Но опять же повторюсь, если слишком много их, то это опасно. И то нам чувак помогает. Ай, козел, сукин ты сын, попал. Блин, FPS вообще проседает ужасно. Сейчас вроде лучше. Хотя нет, так же, больше 20 что-то не держится. Слишком уж их много. Так в общем, я еще не понял сильного сюжета, я не понял, что здесь происходит и как вообще это произошло. Почему это инфекция или какая, или это специальный заговор против людей, да? В общем, одно я знаю точно, что нужно... Блин, они сзади еще идут. В общем, если вы не прошли первую часть, то вторую вы можете рискнуть и не понять. Не, ну вообще отличная идея драться на кладбище. Так чувствую, как будто они воскресли из мертвых. Вот куда надо было стрелять, а я сколько под... А, вот. Так, аптека. Я исцелю тебя, дитя мое. Да какое дитя, они твари бездушные, ты про детей еще каких-то говоришь. Совсем что ли с катушек съехал, чувак? Так, попробуем их заманить. Отлично. Чё? Блин, бомбануло! Черт, что-то меня сильно бьют. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Ты чё, чувак, творишь? Будь ты проклят, дитя! Блин.
Может, хватит? Похоже, они спавнятся. А, ладно, насрать уже. В общем, зря я это сделал, я только все жизни потратил. Не я влеку вас, но свет, что сияет во мне. Жопа какая-то. Сюда, да твою... Достали вы меня! Паш... Да пошел ты. Ладно, пошли быстрее, пофигу уже, насрать на них. Блять, козел. Патроны кончились. Нет. Жопа какая-то. Достали вы меня, козлы. Жизни ужасно мало. Нам нужны легкие ранения. Да какие легкие ранения? Я еле живой. Состояние критическое. Ладно, окей, вроде кое-как, но я не знаю, но мы справились. Ворота! Идемте быстрее. Иди быстрее! Да иду. Иди, брат! А прощай, ты... брат! Боюсь, что отправляю тебя в темное место. Да осветит твой путь светлейший свет. Спаси же свою душу! Ладно, ну ты чё, конечно, резвый, да, я понимаю, что прям могёшь, да, но окей. Идемте дальше. Ладно, справится, если не сдохнет. А мы идем дальше. Я до сих пор слышу его смех. По-любому здесь кто-нибудь будет. Не пройдем же мы тихо. Так, вот у нас загрузилась новая локация. Идемте дальше. Я бы взял лом, но... Если что, успею его взять. Либо я забыл управление, либо эта дверь не открывается. А, нет, все-таки. Можно же открывать потише. Зачем ты... Привлекаешь слишком много внимания. На первый взгляд, вроде тихо, но однозначно нам туда. Ай! Я нечаянно пульнул, блин. Вот я вошёл. Я забыл, что это не грави-пушка. Блин. И жизни мало, и... Блин, попробуем так. Так, ну я там вроде вижу жизни, поэтому... Давай-ка сюда. Блин, надо было туда ракетку пульнуть. Ловите, козлы. После небольшого перерыва, который я сделал после того, как у меня немножечко бомбануло. Блин, я даже не... А я могу их как-то притянуть? Нет. Блин, как обидно, что я там не смог это сделать. А я могу загрузить, например, игру. Так, автосохранение, мы не ходим, вот. Сейчас посмотрим. А вот оно. Давайте попробуем загрузить.
Да, вот, отлично. Фух, я возобновил свой момент. Так, сейчас мы исправим ошибки. Так. Немножечко не так пульнул, но вроде какой-то эффект вижу. Так, идемте. Фонарик выключим. Толку от него сейчас мало все равно. Так, 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 так. Ой, я могу ее притянуть. Что-то не вижу эту бочку. Давайте спустимся немножечко пониже. А вот она. Давай, 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 давай. Блин, не могу. Я, в принципе, могу ее подвинуть и стрельнуть. Что я, наверное, и сделаю. Так, так, так. О, давай. Вот так. Так. Больше бочек я не вижу, поэтому я думаю, нам придется спуститься вот сюда вниз. А, нет, мне даже это действие не позволит. Да. Вряд ли они достанут нас здесь, поэтому гулять будем отсюда. По-любому придется всех их убить. Сразу три в одном месте. Блин, у меня только остался автомат. Я могу что-нибудь притянуть? Пусто. Давайте стрелять. Ладно, спустимся сюда. Фух, успел. Честно боюсь. Как? Да не гони коней, ты чё? А чем я... А... Твою мать, у меня оружия нету. Ладно, старый добрый лом. Погнали. Фух, дробаш. 6 патронов. Да, патрончики, патрончики, я нашел патрончики. Фух, отлично. Так, я вижу этот. Сейчас мы сюда стрельнем. Нужно только привлечь внимание. Сейчас пойдет кто-нибудь. Пока я никого не вижу. Ну ладно, если они идут, то бочка пойдет к ним. Ага. Вот так вот. Так, здесь уже сдохший. Здесь тоже. Лучше уже дробаш. Ну давай. Так, 4 патрона.
Взяли жизни. Фонарь пока выключим, энергию экономим. Так, здесь нам спускаться. Так, вот я вижу еще одну бочку. Не знаю, что я с этим сделал. Сейчас спускаемся вниз. Ай, козел! Так, одного я вижу. Вроде все. Вон козлы. Сейчас возьму я эту бочку тогда. Я где-то видел бочку. А, вот она. Давайте возьмем ее с собой. ФПС прям сразу просел. Как вы, думаете, сюда пробрались? Может так? Давайте их так мочить. Они отсюда спавнятся. Блин, козлы. Ну, как-то так. Ладно, погнали дальше. Боезапас исчерпан, твою мать. Сраный гиб. Чё творит их тут? А я что, могу грави-пушкой так стрелять? Ну, нам не туда вроде. Нет! 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 Да блин! Чёрт. В воде фонарик, походу, не работает. Ай! 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 Фух. Нас кто-то тянет. Спасибо тебе. Нет! Говнюк. Ребята, может, вы меня еще потянете? Никого. Блин, я не знаю, куда мне. Черт, у меня кислорода нету. Может, сюда? Не, с кислородом мне хреново. Будем ждать. Так, кислород у меня накопился, я даже не знаю, куда мне плыть, но давайте попробуем сюда. Так, ну вот что-то я нашел.
По-моему, на мой взгляд, мы в какой-то сейчас шахте. Ой-ой-ой. Не надо меня так пугать. Не туда ты пошел. Давай-ка мы тебе... Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Ладно, я понял свою ошибку, в общем. Еще раз. А мы никак не пройдем, но по-любому придется его запускать. Так, назад, 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 назад. Вот так, фух. А это можно как-то остановить? Нет? Вы издеваетесь. Окей. Быстро, 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 давай, 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 давай. Так. Ай-ай-ай-ай-ай. Живой. Давай быстрее, быстрее, давай. Давай, 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 давай. Стоим. Бежим. Ай, я не могу. Ай, да там невозможно пройти. О, черт. Окей, попытка номер два. Но я теперь понял примерно, как здесь работать. В общем, давай. Так, идем дальше. Обратно. Ага. Нет, еще живые есть. Ага, я, получается, смогу пройти только когда нет этой ленточки. Понятно. Ладно, окей, давай. Идемте. Так, ждем, пока он этих прибьет. Не хочу уж я тратить на них патроны. Ай! Чуть не убил. Вот это да. Ладно, пусть этих убьет. Я думаю, там больше никого нет, поэтому идти можно смело. Фух. Как-то стало легче, что ли. Но... А, и, блин, тут оказывается вот что. Ну, хотя бы я вижу свет. Наконец-то. С другой стороны, как они еще здесь выжили? Вроде цивилизация... Не нравится эта музыка мне, потому что чувствую, сейчас будет что-то весело. Ага. Мы, значит, снова в городе. Куда мне идти? Явно не сюда. Ага, значит, здесь нервы потрепали людям. Ну, в общем, походу, я встречу постовых.
Опа. Да. Я уж думал, что здесь будет цивилизация, а здесь опять эти говнюки ходят. Был в голову целиться. Вроде все. Так. Так, вижу противника. Так. Кто-то стреляет еще. Не знаю, что это так, что за фигня это. Так. Кто-то явно был постовой. Будем называть их так. Так, это. Блин, ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Это что такое? Ой-о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 й. Ой-ой-ой. Так, я не понимаю, а что делать надо? Может быть, гранатку туда кинуть-то надо? Нам как бы явно намекнули. Давайте. Докинул, нет? Ах, вот ты говнюк сидел. Вроде все. ФПС проседает. Так. С одной стороны, он нам помогал, но с другой стороны, он нас и убивал. Блин, придурок. Еще один сидит. Сукин ты сын. Как же мне тебя убить? Сейчас попытаюсь по-тихому пройти. Там жизни. Ай-ай-ай. Вот так вот. Хорошо, что взял патроны. Теперь есть патроны. Даже не так. Так, быстренько сейчас. Беги, 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 беги! Козел, сука, попал. А я даже не знаю, как его убить-то. Ой, а, не, я уже думал, я пролез здесь. А. Ай! Обнаружены кровопотери, боезапас исчерпан. Это что боезапас исчерпан, я уже давно понял. Блин, козел, ну как он это делает? Окей, попытка номер два. Так, явно его нужно как-то убить, но это естественно. Так, пусть еще раз стрельнет. Блин, вот чем надо было пульнуть. Козел попал. Как я пролез? Ай, 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 ай. Обнаружены
Давай тащи ее. Но ее не тащит. Сколько мне? 42 патрона осталось. Я не понимаю, как он садится. Блин, я не знаю, как в него. Козел! Ладно, давайте еще раз попробуем. Я просто не понимаю, как нам идти и в него попасть. Так. Так. Попробуем ему гранату. А, она не попадает. Не вариант. Блин! Опять! Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Может, попробовать просто пробежать, я не знаю. Ладно, давайте еще раз. Так, без проколов. Давайте попробуем просто пройти, что ли. Точнее, даже пробежать. Я не знаю, он козел, он ломает все. Козел, попадает, попадает. Как? Блин, последняя попытка. Давайте. Не знаю, как, не знаю, блин. Я просто все понять не могу. Вон там он сидит. Просто не попаду. Козел, уже попал. Давай, давай, давай. Да! Я прошел. Фух, вовремя. Так. Блин.
Нужно его как-то убить. Это нормально? Ладно. Я тебя сейчас здесь сниму. Не, вдалеке сидит, туда надо гранату запульнуть. Блять, козел! Не попал. Да! Сукин ты сын! Грохну я тебя! Наконец-то! Ах ты козел! Ну козел, пулю мне в задницу, ну пидорюга. У меня слов нет. Так, я даже на этом моменте сохранюсь. Что? Все, сохранено, идемте дальше. Так, блин, вот козел, как он мне нервы потрепал, если честно. Не представляете. Так, надеюсь, здесь не будет сюрпризов? Нет, вроде нет. Ух ты, нормально. Патрончик. Черт. Возьму дробовик. Че делать? Че они творят вообще? Че-то поесть не могу. Ну че? Пацанчики, не туда попали. Кому ты гранату кидаешь? Да, иди. Ч, понял, да? С кем ты дело имеешь? Я ваши патрончики заберу, если что. Это нормально? Не шутя. Прикольно у него оружие. Так. Отлично. Смотрите, пушки. Просто много пушек. Очень клёво. Может её взять? Нет, пока возьму обычный автомат. Окей. Так. Иди в жопу. Козёл, ух ты. Да, ты сюда, иди сюда. Чип-то. Может, этот возьмем? Нормально. Нешутявая пушка. Я бы даже сказал, очень прикольная пушка. Нет, серьезно. Блин, ну у нас, я так понял, появилась новая локация. Все, мы попали в какой-то другой город. Мы прошли через эту толпу, блин, каких-то гребаных тварей. Да, и теперь мы будем уже бороться с настоящими людьми, а не с полузомби. Назовем их так. В общем, с вами был FlowMix. Я благодарю всех за просмотр. На этом, я думаю, закончу. О, пазик, блин, это реально. Вот у меня были сомнения, может быть, это реально Россия. Все, у меня сомнения кончились. Это реально просто стоят русские тачки. Вот Волга, вот АЗЛК, вот, блин, ЗИЛ какой-то. Нет, даже не ЗИЛ, а... Нет, не ПАС. Блин. Ай! Говнюки пришли, вы к кому полезли? Пидорюги. Ну, в общем, я думаю, следующее приключение мы уже продолжим в следующей серии. Не забывайте радовать меня своими лайками. С вами был FlowMix. Всем пока.